Березин пытается завести свой мотоцикл. Будь проклят тот день, когда я сел за баранку в лесо. Вот здесь мы увлекательно и проведем ближайшие 3-4 часа. И да, хорошо заводится, но долго. Привыкаем к камням.
блядь, чуть-чуть помоги, капельку. Опа. Вот, спасибо. Санька что-то чудит, да? Санёчек, ты что чудишь-то, ёбаный рот? Не переживай, вообще ждёт, и он там не заехал. Так, давай вот сюда переставить ногу. Слава! А куда дальше, парень? Морду кидай сюда. Скажи мне. Бля, я упал, прикинь, я завлекся и упал. Ну давай, четвером там вытащим, наверное. А есть кем его завести? Да. Давай, как бы, это будет намного проще. О! Когда сейчас вот людей помогают, это проще. Не-не-не, вот отсюда надо. Вывернул, блядь. Давай, откатись-ка отсюда. Все, спасибо, парень. Едешь, блядь? Едешь. Ну, пойдем Илюху вытащим, а? Пойдем. Едем!
Антон! Да. Вот так, по прямой сюда! А? Я поехал! Следы идут сюда. Не, ну вид красивый, базара нет, а куда ехать? По-моему, туда надо. Thank you.
Следов-то нет! Следов-то нет. Поехали обратно. О. Мне кажется, это не туда. Но следов-то, блядь, нет. О, нашли дорогу.
поехали туда. Что, Андрюх, случилось?
А завтра уже на зачет поехать. Если вам сложно, ну как бы, то есть сложно, да? То есть я думаю, что, ну, как мнение большинства, но мне кажется, что это правильно. Мы уже трек раскатаем, будем его знать. Все будем его знать. Трассу посмотрим на завтра. Короче, сумбур немного с разметкой. Решили сейчас нам покажут, в общем, трассу всю в таком ознакомительном режиме. И это. И завтра будем по ней валить. Что-то я уже испугался ручейка.
Сейчас через крастерчик подоберем. Ход маленький у меня был.
Красивый видок.
продолжаем, чуть передохнули. О, вот следы есть. Thank you.
очень похоже. Туда? Я понял. Thank you.
скачут, похоже. Почему сюда-то? А, вот туда, вон они, смотри. Отсюда выезжаем и туда вверх пошли по дороге.
Опять проебал, бля. Опять проебал! Пойдем искать! А, проебанил, да? Да, вешенку, вешку. Поехали на финиш. Куда? На финиш. Вот так вот проехать, я там в принципе помню. Мы круг проехали, что ли? Круг проехали. А? Нахуй я сюда попёрся.
то есть мы правильно едем. Что, то есть мы правильно едем, да? Да? Давай дольем! Давай. Все, на тренировочный день, если что. Мы поняли. Я не знаю, кто завтра поедет, но уже люди говорят, что нас теперь надо. Ничего не видно, нельзя? Да, вообще ничего не видно. Давай, снимай. Это наша же, да? Наша, наша. Как спортивное ориентирование какое-то. Не, ну так-то в принципе понятно, блядь. Когда вешки кончаются, нахуй, разворачиваешься и едешь обратно. Тихо, братан, блядь, дай-ка я это. Сейчас все тут запалишь, нахуй, мне в кухню все. Я, блядь, проехал одну вершину, вторую, блядь, и по низу спустились там через ручей. Через ручей выехали на дорогу, а? А мы, блядь, получается, тогда через ручей в гору вот эту, ну, отсюда так что, мне кажется, у вас стресс получился. Я хуй знает. По дороге же вроде говорили, что нет. Хорош. Потому что мы вот в гору вот эту хуярили там. То есть мы там здесь спускались еще. Ну мы, знаешь, туда чуть-чуть не добрали, ну, блядь. Так вот, я говорю, разметка вообще хуй знаешь, что куда-то. Проебал, блядь, еще какая-то штука. Проебал, что не красный, не красный. Так это второй клуб сейчас. Давай, удачи. Там, там, так. Работал. Карп просто, может, подзасрался у тебя. Сейчас про... карп подзасрался. Нет. Я там из трубу прочистил. Переворачивал, может, надуло. Действительно, ветра тебе туда надо. Но снега этого, блядь, досадков-то. Пока ехали, ёпта, застудил всю трубу, блядь.
По стрелке? Вон вешка! Где? Вон туда! Где? Вон! Я не вижу! Да вон на березе! А дальше? Ну на высоту куда-то подняться надо, хуй знает. Нашел? Не вижу. Вон парни ковыряются. Thank you.
Ну давай, рассказывай, как ты проехала два круга? С очень большим трудом. Тебе понравилось? Мне понравилось, но я поцарапала наклейки, что-то там пороняла, так что ты проверил. Наклейки поцарапала? Ай-яй-яй-яй-яй. Ну да ладно. Красота, да? Да. Все стягиваются потихоньку.